الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بتن غلملرنين تربيهشيسي بولغان ربيبيز الله الله سبحانه وتعالى بارشا مقتاولاريبيز بارشا حمد سنالاريبيز بولغان ايدي سويكلو پيغمبريبيز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم Күңілләрібізнің түрінден шыққан салават шарифәләрібіз болғай иді. Бүгін изге жұмға күнінде, изге болғар жерінде Аллах тәлә жұма намазына, ақ мәшітке келерге насып һәм мүйәссәр итті. Раббіміз Аллах тәләгә мен-мен рәхмәт шүкіріне қылабыз. Әлхамдулиллә. Дорогие мои братья, уважаемые сестры, сегодня мы с вами пришли в дом Аллаха Тааля, в этот праздничный день ответили на призыв Аллаха Субханаху ва Тааля, пришли, очистив свои тела, с намерением исполнить это обязательство и с желанием, что Аллах Субханаху ва Тааля, быть может, очистит наши сердца через проповедь, через намаз. Альхамдулилля, милость Аллаха Субханаху ва Тааля, который позволил нам сегодня прийти в этот праздничный день. Это не мы пришли. Это Аллах Тааля позволил нам сегодня собраться. За это мы благодарим Его. Альхамдулиллахи Раббиль Аламин. Позвольте, дорогие мои братья, уважаемые сестры, поприветствовать вас традиционным мусульманским приветствием, пожелать вам мира, добра и благополучия. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, в одном из своих изречений сказал: «Для нас посланник Аллаха Субханаху ва Тааля является источником религии». «Аля ва инна фил джасади мудга», говорит пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, «поистине есть в теле человека кусочек плоти, иза салахат салахал джасаду куллю». Если этот кусочек будет здоровым, приведет здравие все остальное тело. وَإِذَا فَسَدَتْ Но если же оно негодное, больное, فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ приведет в негодность все остальное тело. «Аля вахия лькальб», сказал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и этим кусочком является сердце. Сердце внутри тела. Мы, альхамдулилля, верующие люди, самое дорогое, самое ценное, которое у нас есть, это наша вера, иман. И вот это самое дорогое находится внутри человека, внутри сердца, кальп. Мы обязаны всегда держать в чистоте тот сосуд, в котором находится самое дорогое, самое ценное для человека. Слово «кальп» во многих мусульманских народах также звучит «кальп». Это арабское слово. Если перевести его на русский язык, интересен перевод этого слова. «Кальп», «каллеба», «юкаллибу» означает «переворачивать».
переворачивается, то есть постоянно на одном месте не стоит. Кто сегодня нас привел в мечеть? Аллах, и мы благодарим Его. Кто переворачивает сердца людей? Аллах, и мы просим у Него, так же, как просил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, Аллахумма, я мукаллиб аль-кулуб, саббит кальби аля диник. О Аллах! О Аллах, о переворачивающий сердца! Укрепи мое сердце в Твоей религии! Альхамдулиллах, дорогие мои братья, уважаемые сестры, мы верующие люди, и мы должны все время очищать свое сердце. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что сердце человека ржавеет, темнеет, подобно меди. Очищением сердца является прощение у Аллаха субханаху ва тааля. Тауба, истигфар. Каждый раз, когда мы просим прощения у Аллаха тааля, Аллах тааля очищает наши сердца. Даже пророк Мухаммад саллиллаху алейхи ва саллям сам в течение одного дня 70, в других риваятах 100 раз говорил «Астагфируллах» и научил нас делать так же. Альхамдулилля, мы верующие люди, мы должны всегда держать в чистоте этот сосуд, сердце. Аллах тааля не смотрит на наши деяния. Аллах субханаху ва тааля не смотрит на наши одежды, внешний вид. Аллах субханаху ва тааля смотрит на наше сердце, что там находится. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Садак Аллаху Лазим. Аллах Тааля в Коране сура Шуара 88 и 89 аятах говорит: в тот день воскресения, день суда, мы верующие люди, альхамдулилля, мы уверовали, что есть жизнь после этой земной жизни. Ахират – это столб нашего имана. Мы уверовали в Аллаха Тааля, мы уверовали в судный день. Нажми на паузу, брат. Как мы уверовали в судный день? На самом ли деле мы даем себе отчет, что за каждое слово, за каждое действие будем отвечать перед Аллахом? Судный день. Может быть, поэтому у нас возникают проблемы в этой земной жизни. Может быть, поэтому мы иногда недолюбливаем, не дай Аллах, ненавидим друг друга. Потому что иман, который находится в сердце, имеет болезни. Не болезни кардиологии, а болезни сердца, духовные болезни. Эти болезни не излечиваются в больницах кардиологии. Эти болезни исцеляются, как говорил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, тауба, прощение от грехов содеянных. Эти болезни излечиваются через дуа, просьбу Аллаха субханаху ва тааля, чтобы Аллах тааля очистил сердце. Этот день воскресения, судный день, не богатство, не сыновья, говорит Аллах тааля в Коране в этом аяте, не помогут человеку. Когда приходит беда, проблема, мы вспоминаем сразу, сколько у нас в кармане денег и сколько
детей или родственников, или близких, родных, которые смогут помочь мне в этой проблеме. Но в тот день никто, ни богатство, ни даже самые близкие люди к тебе, твои сыновья, не помогут, говорит Аллах. «Илля мэн аталлаха бикальбин салим». Кроме тех, которые предстанут перед Аллахом, субханаху ва тааля, с чистым сердцем. Кальбун салим, с непорочным сердцем. Мы должны делать дуа, братья и сестры, чтобы Аллах тааля очистил наши сердца от этих духовных болезней, от ненависти, от вражды друг к другу. Иногда бывает такое, что мусульмане салям не дают друг другу, субханаллах. Мы должны просить Аллаха тааля, чтобы Аллах очистил наши сердца от зависти. Как сказал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в одном сосуде, в одном сердце одновременно не может быть имана и зависти. Если есть один, другого нет. Если есть другой, первого нет. Поэтому все время мы должны очищать свои сердца. В этот праздничный день, дорогие мои братья, уважаемые сестры, давайте попросим у Аллаха Тааля, чтобы Аллах позволил нам, как позволил сегодня прийти в мечеть, очистить свои сердца. Я прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он вселил в наши сердца любовь к Нему, любовь к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, любовь к Его книге, Кур'ану, любовь к братьям-мусульманам. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه سميع الدعاء. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ربنا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم ربنا إنا نسألك قلوبا سليما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واهدي من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وأقموا الصلاة.